Забор на улице жертв 9 января стоит законно. Теперь все согласовано с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Этот забор уже убирали один раз в начале этого года. На то, что проезд по кладбищу ограничен, петербуржцы пожаловались еще прошлой осенью. Был признан факт самовольной установки ограждения. И ГУП «Ритуальные услуги» демонтировала несколько секций. Однако к весне забор восстановили. Как нам разъяснили в Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, теперь все сделано по закону. Калитка открыта круглосуточно, створки распахиваются, и проехать внутрь может как личный автотранспорт, так и спецтехника. Кстати, это ограждение понадобилось для того, чтобы по ночам на территорию не проезжали грузовики. Оказывается, безлюдное место облюбовали под несанкционированную свалку. Теперь в темное время суток дорога для подозрительных машин закрыта.